Рассказать молодому поколению про комсомольский рух закликана выстава, якая открылась у музея истории Гомеля. У часы советской улады комсомол имел колоссальный уплыв во всех сферах життя. Промысловости, адукации, культуры и спорте. Молодь обновляла разбуранную войной краину и уздымала народную господарку. На тематичной выставе комсомольские билеты и гоноровые грамоты, плакаты и фотографии, агитационные брошюры и книги. Так само у экспозиции стяги райкамов и особистые речи комсомольцев. Державный архив громадских объединений предоставил документальное свечение первых 10 годов существования ВЛКСМ у Гомеле. Комсомольская организация в областном центре была створена в 1919 и праз год налічивала 180 человек.